Сегодня здесь, в сквере школьном, также проходит общегородской субботник. Собралось около 100 учеников из разных школ Тюмени. Ребята собирают сухую листву, красят скамейки и облагораживают детские площадки. Им в этом сегодня помогают губернатор Тюменской области Александр Мор и мэр города Тюмени Руслан Кухарук. Они тоже покрасили несколько скамеек, параллельно пообщались с учениками, обсудили различные дизайн-проекты благоустройства общегородского пространства и ознакомились с процедурой голосования. Выбирается сам дизайн-проект, наполнение, что будет сделано для того, чтобы территория, которую мы благоустраиваем, была удобна, комфортна для всех. Что касается прошлогодних, то по всем уже контракты, договоры заключены, там разные сроки исполнения, но до ноября, к ноябрю все они будут завершены и жители уже смогут их посещать. Что касается текущего года, сейчас идет активное голосование, уже несколько дней оно проходит, уже больше 8 тысяч наших земляков выразили свое мнение относительно проектов этих благоустроенных территорий. Напомню, что по каждой территории есть два варианта. Нужно выбрать тот, который больше нравится. Тот дизайн-проект, который наберет большее количество голосов, ляжет в основу проектной документации и, конечно, уже непосредственно благоустройства в следующем году. Я думаю, что в прошлом году более 34 тысяч тюменцев, которые приняли участие в голосовании, выбирая тот или иной дизайн-проект, реально увидели, что их голос важен. Также сегодня здесь в сквере работают и волонтеры. Они помогают тюменцам проголосовать за тот или иной проект благоустройства общегородского пространства. К слову, сделать это можно и самостоятельно. Достаточно зайти на платформу 72 город среда и до 30 мая отдать свой голос за понравившийся дизайн-проект.